Это мой муж, Бен. Патрик Филд, моя жена Кира. Это Агнес. Энт у нас немного застенчивый, ему бывает сложно общаться. Классная веспа. Ага, хотите прокатиться? Можно? Не разрешайте, дело ваше. Ладно. Я бросил свою практику. Ты адвокат? Я врач. Слушайте, а приезжайте в гости? Почему бы и нет? Да? Да. Супер. Тут так непривычно тихо. У них вообще есть соседи? Привет! Добро пожаловать. Та-дам! Вы для нас VIP-гость. Я вроде говорила, я вегетарианка. Но я так старался. Спасибо, но... Это назначение врача. Очень вкусно. Устраивайтесь. Мы отлично проведем выходные. Сколько мы уже вместе? 17 лет. 17 лет. Ух ты. За убийство меньше дает. Мама, с ним что-то не так. Он болен. Из-за этого ему трудно общаться. Не всегда стоит говорить вслух то, что думаешь о ком-то. Вот черт. Повезло, что в доме есть врач. Я не врач. Что? Ты и так нам сказал. Правда? Да. Взгляни на их лица. Конечно же, я, блин, врач. Агнес, Энд, покажите нам танец, который вы готовили. Энд, что с тобой не так? Почувствуй ритм ногами. Раз, два, три. Сейчас будет раз. Плохо! Эдди! Это же ребенок! Я хочу, чтобы мы уехали прямо сейчас. Очень жаль, что вы уезжаете. Давай сделаем вид, будто все нормально. Мы все это время делаем такой вид. Пап? И попытались уехать, даже не попрощавшись.